Если сегодня я чувствую и ассоциирую жизнь свою со слом, когда я нахожусь как бы в нем, не иду рядом с ним, когда я и осел идем так, а вместе, но я нахожусь в самом осле, и я чувствую свою жизнь как жизнь осла, буквально, как он чувствует, это моя жизнь, как он боится, это моя жизнь, как он радуется, это моя жизнь. Не более того, я не выхожу из его тела, не вылезая из его шкуры. Если я так смотрю на жизнь, тогда это то, что говорится, тогда все как животные выглядят, что это жизнь. И я должен пытаться поставить себя рядом со слом и дать как можно больше этому представлению, когда человек стоит рядом со слом, все большую мощь придать. Не так, чтобы он ставил себя в зависимость от осла, а начал раскрывать жизнь и мир в виде независимом от этого осла. Ну хорошо, есть у меня тело, оно таким-то образом функционирует, я должен ему дать определенные вещи. Хорошо, я дам ему, я дам, только он должен помогать мне на моем пути. Я даю указания ослу, куда мы движемся. И если он вдруг падает в пути и умирает, то умирает. И я как человек продолжаю.